решил снять видео про свой автомобиль. Автомобиль, значит, у меня 12 года выпуска. Hyundai Solaris. Но я его называю Hyundaris. Почему Hyundaris? Сейчас поймете. Потому что от Solaris он снаружи, по крайней мере, достаточно сильно отличается. Многие даже спрашивают, это что, Solaris у тебя или Elantra? Ну, то есть видно, что это Hyundai, но не понимают, что это Solaris многие. В общем, автомобиль уже 5 лет в эксплуатации, прошел 110 тысяч километров. Нареканий не было, очень доволен этим автомобилем. Каждый день, можно сказать, радуюсь. По салону пройдемся. Смотрите, значит, поменено мною было. Все сделано практически мною, поменено, значит, в дверях вот эти вставки, да, материал, да, который идет там черного цвета, я поменял на белый цвет. Кожаный, да, значит, сделал такие, ну, эко-кожа. Чехлы куплены, да, белые, то есть смотрится эргономично так, да, салончик. С белыми вставками в дверях. Вот еще, кстати, внутри сделана подсветка, да, когда я включаю. Когда я открываю дверь, точнее, да, подсветка. Вот вид снаружи. Тут видно, кованые диски стоят белого цвета, диски слик. Стоит около, наверное, 40 тысяч, 35 где-то. Заменен передний бампер, убрана вставка вот эта, да, где сабля идет. Вставлена сетка вместо вот этой сабли. Смотрится прикольно, конечно, как, знаете, под а-ля Audi, да? Снички стоят на передних фарах, вот эти пластиковые вставки идут на ресничках. Снизу контур тоже подклеен. Если видите. Виниловая крыша. Тонированные стекла. Тонированные задние фары. Как видите, сняты все значки. Поставлен спойлер. А, еще задний диффузор, да, тоже многие спрашивают, типа, это что у тебя там выхлопная такая труба? Это просто декоративная такая вещь, да, грубо говоря, задний диффузор бампера заднего. Ну, смотрится прикольно. Собственно говоря, машина мне очень нравится и с виду, и вообще по внутреннему, и по внешним признакам, и по эксплуатации нет проблем никаких. За 5 лет я не имел никаких нареканий, да, на автомобиль. Собственно, да. А еще заменена музыка здесь. Здесь стоит уже нештатная музыка. Все динамики. Ну, я произвел замену тоже, собственно, сам. И сделал еще шумоизоляцию в дверях, в капоте, в переднем. В общем, шумоизоляция теперь хорошая. Музыка тоже здесь. Два усилителя у меня. Два усилителя стоит для сабвуфера. Вот сам сабвуфер. Ну, в общем, музыка недорогая, но играет достаточно хорошо.